Всем привет! С вами Маша Смолот, и мы продолжаем серию шахматных фигур. Итак, мы остановились на коне. Сначала я думала, что это будет рыба по моему эскизу, но потом я подумала, что она не очень-то вписывается во всю линейку черепушек в шапках. И я решила сделать ход конем. И, собственно, фигурка-то у нас будет... Такая бутылочка рома. Ну, какие пираты им из бутылки? Вот. Так как конь, в принципе, всегда отличается от остальных фигур, я решила, что сделаю вот такую вот фигурку. А, несмотря на то, что, казалось бы, да, ну что там, бутылочка, что ее вырезать-то? Да, не тут-то было. Я, мне кажется, возилась с ней побольше, чем с остальными фигурами. Вот. Первое, что хочу сказать, что брусочки, значит, у меня ушли вот так. Соответственно, сечение здесь было другое. Но мне пришлось отпилить так срез, благо размер мне позволял. Тут 3 сантиметра, 3,5. Потому что сначала я пробовала так резать, но так как волокна идут вот так, все скалывалось и, в общем, не получалось. Потом я перевернула так и, получается, вырезала... Волокна у меня вот так вот идут. И получилось. Она получилась плотная, твердая и не будет ломаться. Точно. И при обработке обрабатывать сложнее, конечно, но зато она прочнее будет. Вот. Обрабатывать я буду только бормашинками, потому что ножом, ну, здесь, наверное, просто нечего делать ножом. Вот. Давайте приступим. Для начала мне нужно... сделать такой тубус из этого кусочка. Также и с этой стороны. Ну, а теперь нам нужно снять лишнее. Так, ну вот, наша кубышечка готова. Дальше. Нам нужно разбить ее по секторам. То есть, берем карандаш, мечаем. Значит, это у нас наивысшая точка ширины будет, толщины. Здесь, значит, у нас будет горлышко бутылки. Здесь пустое пространство. И на пробку место. Также нам нужно отметить, чтобы ровно прочертить, достаточно упереться мизинцем и потихонечку прокручивать заготовку. И тем самым я ровненько провожу линию и встречаюсь там, где начала. Точно так же со следующей. Можно в другую сторону крутить. Сверху нам нужно отметить диаметр. Пробки. Точнее, не пробки, а горлышко. Чтобы видеть, докуда нам пилякать. Thank you.
осталось нам сделать надпись. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео. Резать будем слона. Всем пока.